Вітаю в ефірі телеканалу Репортер студія. З вами Крістіна Черновалова. І сьогодні ми присвячуємо нашу студію всесвітньому дню боротьби із онкологічними захворюваннями. До нашої студії сьогодні Завітав Вячеслав Полясний, генеральний директор Одеського обласного онкологічного диспансера. Вітаю вас, добрий. день! Хочеться розпочати нашу розмову із статистики, як вона змінилася в порівнянні з минулим роком, тому що можливо є покращення. Ну, прошлый год был, может быть, не совсем э, информатичным, информационным, потому что прошлый год был год ковидный, и э, очень многие э, пациенты просто не обращались за медицинской помощью, поэтому не совсем правильно, корректно складывается с 2020 годом. Мы стараемся ориентироваться на более ранние, предыдущие года. Но, тем не менее, онкология действительно является одной из глобальных э, проблем во всем мире. Это касается не только нашей страны, хотя мы, к сожалению, занимаем э, лидирующие позиции по заболеваемости, смертности и по количеству запущенных форм, и по проблеме по выявлению ранних форм рака. Вот, э, и, но ну, очень, э, но ну, эту проблему надо решать. И мы стараемся актуализировать эту проблему в пределах нашей области. И онкодисп... Одесский областной онкологический диспансер, как ведущее ключевое специализированное учреждение, Сегодня э, формируют целую программу по э, превентивным мерам, по равному выявлению э, заболеваний в нашем регионе. Это очень важно, потому что, ну, если у нас показатель заболеваемости в Одесской области, один из самых высоких в Украине, если в Украине в среднем 270 человек на 100 тысяч заболевают раком в вот, год, в Одесской области, в нашей области это 260. Очень э, сильно отличаются разные районы и разные города и сельская местность у нас по заболеваемости. Выше заболеваемость в городах, ниже в сельских районах. Возможно, это связано с низкой выявляемостью этих больных. Вот, главное вопрос, почему? Почему сама Одесская область, мы не наименьшие, и у нас медицина на належном уровне, почему самая наша область на таком, у нас такие низкие показники? очень важный момент, в качестве сопровождения онкологических больных это своевременное раннее выявление. Если в среднем на ранних стадиях, первая, вторая стадия онкологических заболеваний по Украине выявляется где-то 20% из всех заболевших, у нас по области это показатель 1,6%. А в некоторых областях и городах, районах и областях, у нас вообще 0,6-8% это практически ничто. И люди сталкиваются с проблемой, узнают о проблеме, уже тогда, когда лечение ну, очень сложное, и иногда малоэффективное и неперспективное. И это большая проблема. У нас по статистике из каждой второй больной, который в течение года выявлен с онкологической проблемой, к сожалению, погибает. Да? У нас порядка 60% больных это больные, которые с запущенными формами рака. И только 40% первая и вторая степень рака. И это очень большая проблема. И вот мы вот сейчас реализовали проект по области, это была инициатива Областного совета, поддержка Областной государственной администрации а по поводу э, как раз приближения специализированной диагностики и специалистов как к жителям удаленных районов. Вы, наверное, слышали, что у нас есть два маммографа, которые, к сожалению, много лет не использовались, и вот мы их восстановили, э, мы их используем сегодня активно с элементами телемедицины, что позволяет нам оперативно получать, обрабатывать информацию в областном центре и давать результат уже пациентам, которые находятся за 300 километров от Одессы. И это сегодня пользуется колоссальным спросом у жителей Одесской области. У нас большие очереди, и пропускная способность этих маммографов, но, ну, к сожалению, не позволяет удовлетворить всех желающих в короткий период времени. Я знаю, что вы сейчас реализуете еще один проект Check Up. Расскажите про него, про больше, детальнейше, что он с собой представляет в целом. Да, мы сначала сделали акцент на наиболее актуальную для женщин проблему, это проблема выявления рака молочной железы на маммографии. Вот. но сделав первые наши выезды и обследование женщин, мы поняли, что этого мало. И мы сегодня максимально используем все те ресурсы, которые нам сегодня дает государство в виде Национальной службы здоровья. И мы запустили чекапы по трем основным позициям, направлениям актуальным. Это рак молочной железы, это рак шейки матки у женщин. И третья позиция – это рак простаты у мужчин. То есть это не только просто какое-то единичное обследование, допустим, маммография, а это и э, анализы с онкомаркерами, это по необходимости ультразвуковая диагностика, и это, безусловно, консультация э, э, профильного врача-специалиста онкологического диспансера. Ну, вот. И хочу сказать, что не меньше 10% из всех людей, которые проходят у нас через э, э, чекапы, Нуждаються в далі лічені і дополнительної діагностики вже в, в пределах онкологічного диспансера. Це нам інші проблеми, проблеми модернізації нашого учреження. Це як как інший бы випробування. Хочеться повернутися все ж таки до чекапу. Як воно буде працювати? Тобто, доктор буде приїжджати до віддалених районів, міст, чи пацієнти будуть приїжджати до онкодиспансеру і обстежуватися тут у нас? Мы активно работаем с громадами Одесской области. То есть, если громада готова и заявляет желание предоставить нам возможность выехать и проводить обследование пациентов, населения, там население, которое желает воспользоваться этой медицинской услугой, то при медицинские работники тех населенных пунктов или тех громад, куда мы планируем выезд, оповещают людей. Они записываются через наш единый контакт-центр э, областного диспансера. Да, и по направлению или семейного врача, или онколога нашего диспансера они могут прийти. И согласно э, определенного графика и, и, и назначенное времени пройти то или иное обследование. Вот это маммография еще рассказал. Это анализ на онкомаркеры. Это консультация специалиста. И вот сейчас в ближайшее время мы еще будем иметь возможность в мобильных э, УЗИ-аппаратов, которые позволят нам проводить УЗИ-диагностику. Вот. Э, я считаю, что это очень важно, потому что сегодня всем известно, есть проблема кадров э, в целом в отрасли медицинской. И возможность воспользоваться услугами специалистов экспертного уровня Одесского областного клинического диспансера в районах, там, северных, южных и даже ближлежащих для людей это очень комфортно и удобно. И это, ну, на это спрос есть. Вот у нас сейчас запись, допустим, на маммографию только по э, городу и, и Черноморску, там, порядка 400 человек, а пропускная способность маммографа 14 человек максимум в день. То есть вы понимаете, какая нагрузка, какая востребованность. А на всю область у нас всего 8 маммографов, всего 8 маммографов у нас э, в области и а 200 тысяч женщин, которые, в общем-то, потенциально должны пройти эту процедуру. То есть есть на это... И при этом заболеваемость очень высокая у нас на рак молочной железы в области. По сути, 50% операций, которые делаются в рамках нашего учреждения, они связаны так или иначе это с женской сферой, в том числе и с А ось ви почали говорити про кадровий дефіцит, що не вистачає лікарів. Наскільки зараз гостра ця проблема? Не тільки в Одесі, а ось саме в маленьких містах по області, тому що чи є кому працювати і використовувати самі ці момографи і всі Хороший питання. Благодаря факультету після дипломної підготовки Міжнародного гуманітарного університету. Январь, э, в декабре-январе месяце были проведены курсы по онкологии для врачей. Прошло там порядка больше 30 человек. Это в том числе и семейные врачи, которые правильно понимают эту проблему. Да, и это дает надежду, что у нас людей компетентных в онкологии в области будет увеличиваться. И вот сейчас мы обратились опять за помощью к Международному гуманитарному университету для того, чтобы они силами факультета после дипломной подготовки врачей опять запустили новый курс для, по этой специальности. Вот. То есть настороженность по онкологическим заболеваниям, мы проводим работу, должна увеличиваться значительно у медицинских работников всех уровней. Вот. Но использование элементов телемедицины параллельно да, позволяет приближать пациента и врача для проводить консультацию в общем-то на значительном удалении. как я уже сказал сделали снимок в измаиле, тут же снимок описывается в одессе и тут же результат поступает обратно в Измаил пациентки и это ну, не нужно ей ехать за 300 километров для того чтобы получать э, информацию и тут же принимается решение если нужна госпитализация или дальнейшее обследование, то она уже определяется день и специалист, с которым она может приехать в Одессу. Это колоссально экономит время людям. Вот, и и не только и время, и деньги, и тому подобное. Ну и это, в общем-то, значительно увеличивает, конечно, доверие к нашей службе. А как, щодо до в самом онкологическом диспансере? Я знаю, что там проводились какие-то работы. Какие планы на следующий год? Возможно, что-то будете закупать, ремонтировать? Да, у нас очень амбициозные планы. Ну, Во-первых, мы видим э, и наш диспансер не просто как отдельно взятое учреждение, а как э, э, региональный противоопухолевый клинический центр, который может охватить не только Одесскую область, но и ближайшие области, и даже зарубежное государство. У нас есть большая глобальная такая программа модернизации. Мы сейчас полностью делаем апгрейд всех наших операционных, насыщаем их современным операционным оборудованием для того, чтобы обеспечить более высокую интенсивность и качество диагностики. Мы сейчас внедрили новое оборудование, которое позволяет выявлять лимфоузлы, которые видоизменены и которые не видны глазу у хирурга. Это очень большой качественный такой скачок в лечении. Мы провели реорганизацию структуры. У нас сейчас активно развивается хирургия одного дня, и для этого есть все инструменты. То есть мы активно эндоскопические методы лечения внедряем. В этом году ожидается значительное изменение парка оборудования тяжелого, так называемой получевой терапии, линейные ускорители и так далее. Вот. И мы хотим сделать учреждение, ну, выйти за рамки вот такой онкологической токсичности, что ли, да. Люди должны понимать, что онкология – это такое же хроническое заболевание, как и все другие болезни. При правильном э, своевременном выявлении и лечении это позволяет человеку жить там и быть социально активным точно так же долго, как и человеку, у которого, допустим, гипертоническая болезнь и так далее. Да, то есть у нас вот такая философия, миссия, как можно сказать, наше учреждение на ближайшую вот перспективу, там, три, три года точно. И мы хотим сделать ну, совершенно другого качества учреждения, которое бы, ну, вот эту мрачность, что ли, да, вот, чтобы ее вот убрать. И для этого есть все основания, что это все получится. У нас хорошая поддержка депутатского корпуса, то есть, ну, мы очень так оптимистично смотрим на наше будущее. Дякую вам велике за розмову, за те, що до нас завітали. Я нагадаю для наших телеглядачів, що сьогодні у нас у гостях був В'ячеслав Полясний, генеральний директор Одеського обласного онкологічного диспансера. Сьогодні наша студія була присвячена всесвітньому дню боротьби з онкологічними захворюваннями. Мене звати Кристина Черновалова. До нових ефірів.